Итак, я хочу усилить эффект, добавить граней на эту сторону. Буду делать это все тем же элементом. На крайнем ряду добавлю по 3 треугольничка. То есть углубляем рельеф еще внутрь. Для этого по бокам прорезаем еще глубже, миллиметра на 3. Далее добавляем, чтобы получилось здесь 3 треугольничка, здесь 2, здесь 1. Соответственно, примерно так разметить. И тоже углубляем миллиметра на 3. И здесь дорисовываем еще до одного треугольничка. И также срезаем грань до угла. Разметка. Теперь срезаем. Получили такой рисунок все тем же элементом. Добавили грани, свет заиграл по-другому, эффект усилился. Теперь на всем этом ряду и на этом я повторяю данный элемент. Вот так из одного треугольника делаем 6. Добавляем граней, и эффект усиливается. Продолжаем. Одна сторона готова. Повторяем теперь на этой стороне. Thank you.
в этих треугольниках добавлю сколыш на половину треугольника. Делю его пополам, эту часть углубляю. То есть делаем преломление его посередине. На соседнем делаем навстречу этому треугольничку в обратную сторону. Получили вот такой переход. Продолжаем также в одну сторону и в другую. И симметрично повторяем на противоположной стороне. Середину усиливаю добавлением еще одного треугольника внутри существующего. То есть внутри этого ромба получится еще один. Повторяем его на всех ромбах. Готово. Здесь еще добавлю на углах немножко лучиков углублением и подрезкой полукруглой стамеской. Такой простейший эффект тоже добавил рисунку
больше граней, сделал его более интересным и симпатичным. Эта досочка готова, потом я ее повторю и в следующий раз сделаем две боковушки.